Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим яблочные оладьи в духовке. И как обычно, мы сделаем это удивительно вкусно и извлечем из рецепта максимум пользы. Вы на канале «Еда, готовься!» Разбиваем яйцо, насыпаем сахар, добавляем соль и перемешиваем все миксером. Наливаем кефир, добавляем соду и ванилин. Половину муки просеиваем через сито и тщательно перемешиваем с помощью миксера. Со второй половиной муки проделываем то же самое. Тесто должно получиться густым и тягучим. Теперь наливаем растительное масло и снова перемешиваем. Яблоки нужно помыть и очистить от кожуры, после чего нарезаем их кубиками. Яблоки добавляем в тесто и перемешиваем ложкой. Смазываем форму небольшим количеством растительного масла, излишки убираем салфеткой. Начинаем формировать оладьи. Я это делаю с помощью двух ложек. Ставим оладьи в духовку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Оладьи давно известны на Руси, в зависимости от региона, как их только не называли – оладки, алашки и даже алябуши. Но это слово имеет не русские корни, а греческие и означает «масляные лепешки». Оладьи в духовке получаются гораздо менее калорийными и жирными, но при этом остаются очень вкусными. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если вам понравился этот рецепт. И до новых встреч!